Изделия народных промыслов, произведения кружевного искусства, кулинарные шедевры, кухонь народов мира, продукция местных производителей. Во время празднования для города, для волокжан и гостей областного центра откроются десятки разнообразных ярмарочных площадок. Свои товары привезут представители многих городов России и зарубежья. Подробнее расскажет Егор Канавин. Отведать мексиканскую лепешку, приобрести экологически чистые продукты предприятий Вологды и области, а также оригинальные изделия народных мастеров. Ярмарки в день города удивят масштабом и разнообразием. 28 июня торговые ряды развернутся на Кремлевской площади, проспекте Победы, Каменном мосту. Кроме традиционных сельскохозяйственных и промышленных товаров, горожанам и гостям Вологды предложат массу разнообразных новинок и сюрпризов. Впервые пройдет книжная ярмарка, будет подготовлена туристическая экспозиция, а также выставка ландшафтного искусства, вернисаж детских рисунков и многое другое. Интересным нововведением станет кулинарный фестиваль «Вологодское гостеприимство». Предприятие нашего города, предприятие общественного питания, предложит традиционные изюминки молдавской кухни, грузинской, шведской, мексиканской, и так далее. То есть более 12 видов. Все ярмарочные павильоны откроются 28 июня в 10 часов утра. С подробной программой работы ярмарок и полной программой празднования Дня города можно ознакомиться на сайте администрации города Вологды. Егор Канавин, Максим Дышковец, Вологда-Портал.